В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что изнасилование двух женщин совершили два злоумышленника, которые сразу после совершения преступления улетели в город Москву. Незамедлительно на задержание данных лиц были направлены наши сотрудники, которые совместно с коллегами из Московского уголовного розыска задержали данных лиц и доставили в город Ленинград. Подождите, подозреваемого по уголовному делу, возможно, в отношении вас по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи.